Вокчунг, Ереван, Менг, Тегу, Менг. Пасу Менг, Баларит, Айсур Ва, Хаммергин. Айсур, те же Линалю. Бау. Ахпер, отвечаю. Шашлык готов, пошли! Мы наконец-то на месте. И сегодня нас ожидает самое масштабное событие этого года. Black Star Mafia уже в Ереване. Погнали! Black Star is our Nashatum, Sirum. Evan is our Nashatum, Sirum. I can't tell you what I'm saying, but I'm not sure. Is your love to Jalouis? Timothy, Christina, Sir. Is your Erika? Norbert. Чье выступление ты сегодня ждешь больше всего и с какой песней? Мото с песней «Капкан». Ерхичтери сумы, камена шата спасу. Лотин. Вор Ерхов, «Капкан»? Ха, ампай. Естен цель гитей. Нет в деньгах счастья. Вы сегодня кого больше всех ждете? Я Тимати. Всех. Я Кристину Си и Мота. О, а какие песни любите? Я люблю, например, «Баклажан». Я всех. Суперсила — это секс без остановки. Рейс Москва, Дубай, смена обстановки. Вы хотели движ, и на трек вернулся золотой состав нашей группировки. Наша мафия — сила, нас не надо искать. Это конгломерат. Ты должен все понимать. Кого ты больше всего любишь из Black Star? Тимати. А песню какую? Ну, не знаю, больше мне нравится моя любимая песня из Black Star — это «Космос» Кристины Си. А, ну отлично, ты сегодня будешь танцевать? Да. Сегодня кого вы ждете больше всего? Больше всего по мото жду. Я Илвана. А какую песню больше всего ждете? «Капкан». А я Кристина Сиева. Какого? Не будет больно. А, спасибо. Вы были на прошлогоднем концерте? Здесь? Да. Конечно! 10 лет подряд! Да? Кто из песов больше вам нравится? Все! Русаленте Айленд! From Ukraine! По-русски? Да, по-русски! Как настроение? Супер! Шатлавен краматерва, то есть шатлаван следу. Теперь ты знаешь сам. Тебе не будет больно. Ты сразу не поймешь, когда мороз по коже и по сердцу дрожь. Я без тебя ушла и вечность замерла. Ապրոսների երկու անգամ շատ մարդ կա հիմա դահլիճում, չենք սպասում, որ ես ամբողջը հավաքվի էստեղ,
շատ ուրախ եմ, որ բոլորը եկել են, հույսով եմ բոլորը շատ գոհ կգնան։ Նախորդ անգամ ինձ մեծ արձագանք ստացավ մեր համերգը, որ որոշեցինք երկրորդ անգամ իրաց հյուրընկալել արդեն Քրիստինեսի եւ Մոտի հետ։ Спускается Кристина, готовьтесь, надо взять у нее интервью. Кристина! Можно интервью? Один вопрос, пожалуйста. Ничего, мы возьмем интервью у Киркорова. Правильно, и у Баскова. Элван, привет. Нельзя? Все, окей. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось. Ты меня испытываешь? Я ломаю мобилы стены. Знаешь, кровь горячая и что не в растении. Знаешь, у постели лучше истерик. Ведь ты была рядом, когда не было денег. Она успокоит, молча мне. Знать не проживу без нее ни дня. Она символ воды, я стихия огня. Если что, то она тушит меня. Все, ждет меня домой, я вернусь. Знает улыбка на лице, а в глазах грусть. Музыка в ушах, а внутри путь. Знает институт, первый курс. Ну и все понятно. Я совсем не подарок. Шторм 9 баллов, вокруг беспорядок. Я знаю одно, если я двину ко дну, как с грузом у ног, с неба нырну. Ты самый раз.
и взаимной любви. А где-то горы, горы, за ними мили. Вчера был не просто, вчера дело дома. Беда за деньги, это все простите. Пожалуйста, но вот нас. Сам за тебя не прошу, научиться зачем говорить. Ты забыл, я же твой раз. Дорогие друзья, Ереван, к большому сожалению, я сегодня не смог выйти на сцену из-за огромной задержки, из-за превышенного лимита времени и норм доступа к сцене. Друзья, в самое ближайшее время мы с вами увидимся. Спасибо всем за понимание. Всем большое спасибо за понимание. Не выкидывайте комментарии. Завтра с вами встретимся.